В ночь 31 декабря на 1 января будут закрыты все рестораны и кафе. Также отменят все массовые елки. Как и где будут отмечать Новый год саровчане, давайте спросим у горожан. Я один, поэтому хочу куда-то поехать. Надо съездить, будет отдохнуть. Наверное, здесь. Хотя мы, скорее всего, поедем в горы. Мы будем сначала вместе собирать елку. А потом соберем новогодний стол, позовем бабушку, дедушку, дяди, тетю и вместе соберемся за столом. Дома. С кем? С родителями. Дома с семьей уютнее, как-то привычнее. Нигде дома. Почему так? Пост, грех. Да дом, конечно. С семьей? Семье. Да, с семьей. Да дома, где я встречать буду, Господи. А с кем? Ну, в кругу семьи. Ой, какой Новый год! Конечно, дома. Конечно, дома. Замечательно! С улыбкой. И чтобы треклятый коронавирус исчез у нас под Новый год. Что вообще его никогда не было. И не видели мы его никогда в новом году. Всем сделать прививки. Друзья, совсем не важно, где и с кем вы будете отмечать Новый год. Главное, чтобы вы были счастливы и довольны. Для вас опрос проводили Ирина Вышегородцева и Константин Островский.